Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю делать Конго культурным снова в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне Божество. Подробности нашего челленджа тут в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Переходите по плейлисту в ссылке в описании в прикрепленном комментарии. Там все серии есть для спонсоров канала, кстати. И в первой серии есть объяснение того, что мы тут делаем. Ну а я продолжаю. Мы тут археологические музеи заканчиваем, естественно, историю. Будем покупать археологов следующим ходом, я надеюсь. Так, с Авраамом Линкольном закончился союз. Научный у нас был. Дальше закончилась дружба с Хаммурапи и Периклом. Тоже стоит продолжить. С ними я союзы не заключаю. Хочу шпионов к ним отправить. У Перикла красть шедевры, у Вавилона науку. Ну, походу, надо науку на самом деле у немца красть. Так, тут у нас столкновение. Ну чё, по идее, сейчас мы получим первую реликвию. Я даже готов смириться с тем, что у меня сейчас апостол один умрет. Священное зеркало. Ну-ка, смотрим. Кабаси, смотрите, что дает, а? Охренеть. Красота. Так. Теперь этим распространяем. Да не, подождите, может... Не, ну вот этим надо его добить. Тут он меньше потратил. Хотя этим тоже бы распространять надо. Так, и тут. В Йончопинге му. Провозглашаем. Катя, как у нас по религиям в плане распространения? Иудаизм 13, буддизм 24, японский, Грузия 13, православие, му 18, протестантизм всего в одном городе и католицизм в 13. Так, слушайте, тут у американца-то больше миссионеров, скорее всего, и не будет. У него протестантизм в одном городе, только в каком-то, возможно, там нету священного места. Наверное, где-то вот в этом. Надо, наверное, туда и пойти, кстати, что я тут... Пропускаю ход. Нет, и не здесь. В общем, мы сейчас никаких миссионеров тут не дождемся, такое ощущение. Следующим ходом должны закончить кругосветочку. Так, а что тут у нас? А, нехватка жилья. Ну, давайте на производство. Хотя одинаково, что тут. С этим, что не с этим. Так. Вот тут у нас варвары подкрадываются. Может им заплатить... Блин, 335. Что-то дорого. Но он же захватит мне рабочего. Давайте мы пока пропустим ход. Блин. Отправить туда, что ли? Тут у меня вассалы, правда. Мне кажется, надо сюда какой-то юнит отправить. рыцарей. Ну надо. Иначе у нас тут с варварами проблемы. Надо быстрее вино обрабатывать. Ладно, придется заплатить. Плюс и вассалы еще перестали работать. Так, ну обработаем, конечно же, селитру. Нарезные стволы ускорили. Блин, а тут как так шикарно вообще райончики. Массово расположен, очень мне нравится. Да, что-то чеченица до сих пор висит, которую мы не сможем построить. Возможно, тут тоже придется вырубить, может, какой-нибудь... Ну, тут можно какое-нибудь чудо подумать. С двумя театралочками все-таки. И вообще, да, еще вариант
развлекательную зону же можно еще ставить. Тоже соседство неплохо дает. Ладно, сколько у нас стоит археолог? 1070. Так, надо с кем-нибудь поторговать и еще одного купить. Ну, потому что у нас два археологических. А можно однократно? Во. Во, вот это мне нравится. Так, железо. Тоже, а, нет, тут фигня, ладно. Селитра. Нам не очень хватает до 1070 все равно. А, тут уже перестал добавлять нормально. 118 добавил. Ну и тут 9. Ладно, давайте вот так оставим. Блин, мне не хватает 62 монетки, да? Что бы еще такое продать? Железо никому не надо. А, дипломатические очки, о. Так, а можно как-то... видимо, тут... Так, ну у нас Кристина, любительница дипломатических очков. Вот мне надо от тебя 70. Давай предположим за 6 очков. Готово. За 5 готово. За 4. Так, за 4 не готово. 5 вход. То есть она больше может дать. Положим 85, 93, 88. Блин, 85 было как раз. Ладно, не важно. Главное, что археолога мы покупаем. Это важно. Это реально важно. Так, здесь надо акведук сделать. Так, тут мы уже все купили, археологический и построено. Банза Конго сейчас будем еще археологически строить. Синагога, амбар, ну какой-то район надо. Я думаю, может, развлекательный вот на этом месте сделать. Кампус, кстати, тоже плюс 2. Но в данном случае, мне кажется, развлекательный круче будет. Потому что он даст соседство театралкам. С другой стороны, может какое-то чудо. А, соседство кампусом. Ну, чудеса. Ну, вот Эрмитаж, конечно, стоило бы строить. Но, блин. Очень плохо. Что у меня вообще по производству? Очень слабенькое у меня производство в этот раз. Ну, 47 в самом большом городе. Это мало. И то благодаря, скорее, вот этим. Видите, тут 10, 12. Точнее, 2. Блин, 15 и 24, это круто. А еще я хочу пингалуш на куратор. Но, правда, он не будет действовать на реликвию. Блин, что ж тут делать? Ладно, я, наверное, все-таки хочу кампус. Потому что мы так нехило отстаем. И дальше я пропущу тут ход пока. Здесь дамба есть, у нас производство появилось, значит, мы тут строим археологический музей. Ух, тяжеловато. Так, естественно, истории никаких нету. Вот есть два посла.
Наверное, стоит просвещение открыть. Или сразу в строительную инженерию. Губернаторский. Давайте, может, в строительную инженерию, чтобы сразу взять Пингалия. Конечно, не сильно будет действовать, но чем раньше мы его берем, куратора, тем лучше. Так, значит, тут мы отложили. Здесь мы, по-моему, строителя сделали. Так, я, наверное, с театралки начну. Блин. Или со священного места. Тут тоже, видите, надо. Давайте, наверное, со священного места. Нам нужно еще место под реликвии. Так, тут тоже ничего пока не строим. Здесь мы мбанзу сделали. Значит, продолжаем рост. Тебе еды мало. Ну. Блин. Театралка непонятно куда тут. Дворец Потала. Может, тут рабочего пока. У нас карточка на рабочих стоит. Стоит. Тем более мы еще сейчас откроем к созданию строителей. Ага, вот. Так, нет, Сент-Луис это не протестантизм, это православие. Так, а где ж город с протестантизмом, где американец может сделать... Нет, ну, по идее, он может делать и миссионеров в обращенных городах. Но я не видел такого, чтобы компьютер, если у него нету религии, чтобы он делал реально... миссионеров чужой религии. Так, давай, канадец, выходи драться на библиях. Где у нас Канада, блин? И кругосветочка, да? Е-е-е. Первая в мире. Так, зашибись, теперь нам надо Францию найти. О, еще далеко до конца эпохи. Как минимум 15 ходов, отлично. В Банзасунде тоже сделали мбанзу. Так, ну может, святилище и храм ради места для реликвий. Так, тут мы откладываем, да. Ну, вроде все. Долгий ход, но мы много всего сделали. Вот бы еще Валетту найти, было бы вообще зашибись. Ну, тогда мы сможем просто все стены купить. А стены нам дают туризм тоже. Но не факт, что тут Валетта будет в этой партии. Блин, надо было... Какую-то Антанариву, по-моему, меня там перекупали. Так, а что это у нас тут? Православный миссионер недобитый. Так, Иерусалим, Ватикан. Нет, Антананариву я сюзерен. Кахоке я сюзерен. Махенджидару я сюзерен. Ну, Варму можно три чисто, чтобы больше веры капало. А я какую-нибудь хочу из этих еще засюзеренить реально. Иерусалим, типа влияние религии, но мне это не особо важно. Маскат, довольство в городах с центром коммерции. Ну, кстати. Кстати, у меня везде центр. Ну, там 7 послов надо. Так, бонус Хатуса и Магадиши не особо интересные. Гвоздика. Болонье. Районы создания дают... Вот, Болонье еще интересно. Тоже 7. Блин. Вот почему Перикл быстро набирает. Вот мне кажется, надо Болонью у него забирать. Блин, реально, а где последний? Ну вот, влияние 1, 0, 0. То есть вот тут где-то должен быть последний протестантизмом город. Так. Что-то далековато все раскопки.
Наверное, этого надо сюда куда-то отправлять. А этого? Блин, там одна. А чё так мало? Реально. Прикол. Так, это пойдет в виллу, да? Ставим сюда кампус. А, блин, а тут плюс 3. Ну, значит, сюда ставим. Точно, тут плюс 3, два района, еще плюс мы на священное место повлияем благодаря этому. Так что да. Ну еще там. Рудник сделаем, это тоже нормально. Священное место, чтобы счастье и жилье было. Так, промышленное производство на вине можем сделать. В Кабасе, конечно же, будем делать. Слушайте, давайте мы сделаем строителя тоже два хода, да? Блин. Тогда в Мбанзи Конго, видимо, надо купить. Так, ну где вы? Где апологеты католицизма? Вот я, кстати, могу пораспространять в Стокгольме. Ну, чтобы, опять же, один заряд остался. Он, правда, тут не сильно будет распространять. Видите, 209. Ну, при полном здоровье 220 было бы. Так, теперь мы плывем как-то вот так, возвращаясь обратно, чтобы найти Францию. Я ставлю на то, что она где-то вот здесь. Ну вот видите, полностью зацикленная суша, полностью без всяких океанов между собой. Так, хочу ли я что-нибудь купить? Только если вдруг у кого-то скульптура еще есть. Вряд ли, кстати. Да, вино, кстати, можем продать. Да, пока мне деньги нужны на покупку археологов, я не буду никакие редкие ресурсы покупать. Так, ну у меня уже 170 культуры. Но до грека далековато. Так, этот рабочий у нас идет в первую очередь на этом вине производство делать. Так, а этого, наверное, надо в сторону Грузии отправлять. С православными драться на кулачках. Этого, собственно, тоже. Где православные апостолы? Ну, этого, наверное, тоже надо в сторону Грузии, чтобы православные апостолы не погибли и дали мне реликвию. Так, тут скорее лошадей надо обработать, а не селитру. Высажусь, наверное, следующим ходом. Посмотрим, что там на острове. Так, ну тут этот рабочий у нас чисто все собирает, чтобы районы можно было спокойно строить в этом городе. О! Иудейский миссионер.
Вон еще один кайф. Не, все-таки правильно я взял на 20 к баталии. Потому что я и свою религию распространяю, получая этого бонуса. И он все-таки когда-нибудь да умрет. То есть у меня нету цели здесь победить религией. Слушайте, а может синагоги купить? Нет, надо синагоги мы будем строить. Синагоги нужно хранить. Ну, в смысле, веру нужно хранить на рок-группы. Соответственно, синагоги мы построим, когда будет возможность. Так, амбар. Ну, гавань точно нет. Ладно, пока амбар. Туда нужны рабочие, я их не могу пока строить. Буду сейчас в Банзаку, вот археологический музей дострою, буду строить чисто рабочих, а археолога куплю в нем. Как раз вот за 3 хода у меня 1070 монет, даже больше будет. Подпевала, светочем для всего мира. Спасибо. Количество людей, населяющих вашу империю, поистине производит впечатление. Тоже спасибо, старался. Блин, Фес встретил. Прости, Фес что-то на культуру, кстати. Нет, там за распространение религии дает науку. Не совсем то. Есть крутая научная... Аншан, по-моему. Аншан крутая научная ГГшка для победы культурой. Он дает науку от как раз шедевров. Так, значит, здесь ставим вот эту фигню как раз на строителей. Средства театральной площади. Вот вассалы, наверное, надо заменить. Только на кого? Скидка стоимости на улучшение юнитов. Ну, не очень мне это надо. Содержание юнитов тоже нафиг надо. Средства брони. Давайте, наверное, на логистику заменю вот так. Это плюс дополнительный ход, когда ты на своей территории. Да, Фес дает 20 науки за каждого жителя при обращении. Ну, прикольно, как бы, с одной стороны, но не в моем случае. Так, давайте глянем теперь. Туризм 7.24.4. Апаем Пингалу. Ну, на это не действует 8. Да, на амфитеатр и дворец, ну, вот на эти шедевры действуют, на храм, на реликвии нет. Блин, мы миссионер вообще ваншотаем. Так, ну сколько тут уже? Скоро у них провалит. Но они, я не вижу вообще, чтобы они хоть что-то... Там было пару миссионеров от американцев, и все. Так. Нет, пес я не буду отправлять. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, Кабасиак Ведук, это у нас тут производство. 18 в Мбанзе мы сделали, 10 тут. Так, до кампуса один житель, кстати. Надо ли нам разведывательно убрать? Часовня Великого Магистра. Приобретать за веру юниты. Нафиг надо, я считаю. Министерство иностранных дел. Тоже нафиг надо. Давайте разведывательное управление, пожалуй.
Блин, мне кажется, мне священные места надо везде построить, все-таки. Во всех городах, неважно, на реке или нет. Ну, собственно, как и театральные площади. Хорошо, а театралка вот здесь плюс один, да? Священка. Ну, давайте, наверное, сначала с театральной начну в этом городе. Ну, тут еще и центра коммерции нету до сих пор. Так, железо надо продавать. Если вообще его кто-то покупает еще. Ну, потому что скоро уже предел будет достигнут. А оно мне не надо. Так, и тут я карточку поменял. И пингалу прокачал. Потрясающе престижный при... Кстати, прикол в том, что мы, походу, вот эту не можем никак ускорить. Потому что у нас мбанза всегда на одну... Не знаю, может, тут где-то... Если поставить в том месте, правда, где есть реально потрясающий престиж, то, может, сработает. Притягивающий. Тут проблема в том, что как раз джунгли снижают престиж. Ну, вот тут... Потрясающе. Вот тут, если построить, кстати... Возможно, получится. Вот тут еще потрясающий. А еще нам надо где-то будет нацпарк сделать. Это вообще где-то возможно. Но вот, например, вот здесь, кстати. Нет, подожди, тут не все города, не в один город вылазят. Так. Вот тут можно, кстати. Вот здесь строится нацпарк. Надо, чтобы вот эти клетки Квангу принадлежали. Ну, это в будущем. Но мы сейчас веру не тратим на национальные парки. Что мы дальше открывать должны? Ну, видимо, просвещение пока. Ну, видите, эффект религиозного туризма, по отношению к вашей цивилизации уменьшается. Но проблема в том, что это я скорее влияю на других, мне-то пофигу, как на меня влияют. Нам знаете, что надо обязательно? Христа Искупителя построить, вот этого. Видите, туризм от реликвий священных мест не уменьшается из-за цивилизации, открывшей социальный путь просвещения. У нас как раз реликвии. Так что нам надо в Христа Искупителя идти. В общем-то, просвещение, национализм, урбанизация, СМИ. Охрана природы не особо важна. Ну, натуралист когда-нибудь... Пока мы не будем, наверное, на натуралиста тратить. Так, смотрим. Где этот реликвия? О! Не, ну это круто, да. Это крутые бонусы для Конго. Плюс это еще умножается бонусом самой царицы. И то, что у нас еще и религия есть, это все очень круто. Видите, он уже даже предлагает какие-то шедевры купить, но мне их реально некуда пихать пока. Так, там я в индустриализацию прямой наводкой. Какая-то буря в пустыне. Операция в буря в пустыне. Так, ну и где тут был... Извините, тут был миссионер, с которым я хотел поговорить. О, вот вы где. О, может, вы меня сейчас завалите тут? Смотрите. А, они же атаковать не могут. Только я могу их атаковать. Миссионеры не могут атаковать. Атаковать могут только... апостолы и инквизиторы. И то инквизиторы, по-моему, только на своей территории. Так, будет у нас денежка. Что можно выкупить эту клетку. Так, ну вот реально, а куда его отправлять?
Тут вот это соберет. Ну ладно, тут еще есть три. Ладно, поехали сюда. Ух. Ну и, кстати, на артефакты же тоже вроде пингало влияет. Музыки и нет, только изобразительное искусство, музыки и литературы. Отлично, военную науку продвинули. А нет, ничего интересного тут в итоге. Ух ты, большой барьерный риф, красиво. Анкара стоит. Красиво. Да, ну мы тут в золотой век 100% прям выйдем. Блин. Не можем проатаковать сейчас. Таруга. 5% науки во всех городах. Ну нет, пока нам, конечно, Антананариву важнее держать. Универ. Я бы, наверное, амбар сейчас построил, а не универ, потому что город не растет. Так, есть храм, еще место для реликвии. Блин, а вот Манзансунди не растет. Тут, видите, нужно театралку строить, а нету возможности. Нам нужно отсюда караван какой-то на еду отправить будет. А, кстати, вырубка сейчас леса произойдет. Может, хватит? Не, вряд ли. Я даже минус к еде сделал. Да, может какую-то клетку передать, да нечего. Да, вот тут еды мало в этом городе. Тутуль основал город Вавилон. Тутуль! 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 Извините, очень название понравилось. Тутуль, а? Эй, Тутуль, эй, Тутуль! Все, молчу, молчу. Наука от зданий в кампусах. Население ниже 15 и бонус соседства ниже 4. Дополнительное золото и либерализм. Вот я бы либерализм, наверное, еще поставил. Но, наверное, пока не сейчас. Слушайте, может, книгопечатание? Нет, я там второй универ пока не строю. Так, значит, здесь покупаем археолога. строим строителей. Тут болото еще высушим. Кстати, давайте ферму. Я смогу как раз ферму поставить. Немножко вернется рост. Спрашивается, зачем тогда тропический лес вырубал, да? Так, ну давайте, Канада, где у вас еще... Миссионеры. Ведите их сюда, я им объясню, как католики неправы. Так, а можно открытые границы скорее? Она меня обвинила, что ли? А, блин, да. Когда вас обвиняют, это красное, вы не сможете открытые границы взять.
Блин, ладно, сплаваю еще, посмотрю, что здесь. Там, судя по всему, какие-то затерянные земли. Так, а могу ли я... Наверное, только обойду пус... О, дратути. Кайф. И что, и никто не проатаковал моего апостола? А, блин, слушай, я же миссионер. Каждый раз, когда я говорю, что миссионеры не могут атаковать, я удивляюсь, почему никто не проатаковал. Так, просвещение никак не используем. Мы идем национализм, урбанизация, СМИ. Так, Линкольн железо хочет. Ну, слава богу. Уже не знаю, куда его девать. Ну, можно, кстати, лошадей еще продать. 33 тут. На этой скорости максимум накопления. Просто все продаем. О! Плюс 20% культуры. Отлично. Вот. Я для этого и хотел, что именно в Кабасе надо. Тут у меня максимум культуры отсюда идет. Максимум. Просто 27%. Чисто вот от этого. И тут надо будет, конечно, именно вино производить. То есть мне нужен еще торговец, чтобы создать корпорацию на вине. Ну, пока прикольно, однако даже по культуре мы все еще не опережаем грека. Я думаю, что по туризму тоже. У нас даже внутренних туристов меньше накоплено, чем, ну, короче, чем у многих. Блин, я не знаю, как я тут туризм... У меня такое ощущение, что не получится туризма. Вот у меня сейчас какое-то ощущение, что как-то мало туризма, мало. Ну что, реликвия? Да, деяние гуру. Красота. Где она? В вилле. Ну, кстати, а есть разница? 2, 2, 4, 15, 24, 2, 2, 4, 5. Да, нету разницы. Ну, пускай в Кабасе будет. Пока мы все реликвии в Кабасе собираем. Блин, не хватило немножко умереть. Ну или не умереть, а как бы будем считать, что апостол разочаровался в своих взглядах. Как-то вот так. Далеко почему-то от меня все вот эти залежи артефактов. Некуда отправлять. А вот тут сколько? 155. В Сен-Джоне. О, давайте в Сен-Джон. Не знаю, почему-то миссионеры иудаизма среди городов католиков... Бегают. Да, тут больно против стрельцов и пикинеров, конечно, рыцарям постоим. Вдруг тут эти ребята что-нибудь смогут сделать. А, вот Аншан, кстати.
две науки за каждый шедевр литературы и одну науку за каждую реликвию и каждый артефакт. О! Вот это нам точно нужно союзить. Василий всего... Вот куда нам надо сейчас отправить. Так. Берем... Первый посол. Отлично. Аншан вообще нам в тему. Где он? О. Нам даже всего лишь трех послов надо. Ну-ка и смотрим. О, одна наука, две. А, за скульптуры не дают. Одна наука, четыре. Два, четыре, четыре. Сразу... 156, но у меня стало 191. Мы практически немца догнали, прикиньте, по науке. Так. Ну что, может Лян повысить все-таки уже на аквакультуру? Хотя у меня всего один город. Или можно потом пересадить в Кванга, возможно. Ну я бы... Или лучше в эти города посадить какого-нибудь нового... Ну тут вообще есть жилье. Здесь нету, или вот здесь, например, нету. Здесь я святилище дострою. Хочется, не знаю, Лян почему-то хочется. На аквакультуру. Тем больше мы тут строителей делаем сейчас много. Так, разведывательное управление закончили. Я бы консульство и канцелярию сделал. Потому что там шестые уровни городов будут давать, видите, три культуры канцелярии. Ну, то есть консульство сначала, потом канцелярия. Амбар. Банку, ну, теперь универ нужен. Все-таки второй. Все еще кто-то готов железо покупать по одной штучке. Нехватка железа в организме у грузин. И они покупают и грызут тихонечко там эти... железные слитки мои. О, встретили. Последнюю. Теперь вы встретили всех игроков на мировой арене. Химия продвинулась и повышен уровень союза с Америкой. Что это дает второй уровень союза научного? Каждые 30 ходов вы получаете озарение для технологии, которые ваш союзник уже... Ну, на обычной скорости, значит, тут будет каждые 20 ходов. Ну что, хрен они обратят обратно этот город. Я думаю, уже все. Я уже думаю, что я уже эту агрессию победил. Значит, я получу влияние религии резко усиливается и 200 единиц мирового влияния еще получу. Кайф. Так, попадает Телави. Так, кстати, Мимино откуда? Вот тут где-то Чито Гврито, Чито Маргарито, да. Так, слушайте, Нанмадол дает культуру от городов на побережье. От не городов, а от районов. Но у меня не так много. Я думаю, можно это пропустить. Нам вот Аншан важно удерживать, как мне кажется. Да ладно.
Поймали агента. Обидненько. А он сейчас будет возмущаться, что... Сначала он должен повозмущаться, что агента поймали. Так, давайте из Мбанзинсунди на еду. Приношу свои извинения. Ну, куда делись миссионеры Канады? Все-таки тяжеловато реликвии через мученика получать. Вон у Канады дофига веры, а хотя как дофига, может и не дофига. 250 вход у Японии, у меня 180, 120, 80, хотя у Грузии меньше всего, а у Канады 30 всего вход, так у него может быть и не будет больше миссионеров. Ладно, давайте этого на автомат тогда поставлю, если я уже Францию нашел. Банк или синагогу? Я вот думаю, стоит ли мне нанимать еще апостолов? Или достаточно уже? Так, а вот тут я бы купил рабочего. Мы сможем предприятие на сахаре поставить. А, блин, мы ж не сможем сделать корпорацию на вине. У нас только два вина. Вот третье, что мне сюда надо город вести. А у нас монополий ни на что нету случайно. Вообще, вот если я... Монополия на чай у Швеции только. По-моему, если я третьи алмазы обработаю, то будет монополия, нет? Ух. Пожар начался. Вилла у нас прямо на угле стоит, зашибись. Еще уголь где-нибудь рядом есть. Вот. Нормально, два ресурса угля, этого обычно достаточно всегда. Так, наверное, еще один тоже. Из Банзинсунди. Нам надо до 10 жителей вырастить. Кстати, можем уже вторую башню Кахоки. Надо бы поделать их. Так, реликвия. Туринская плащаница. Так, значит, у нас еще место для двух реликвий пока есть. Но думаю, одну мы вот с этого получим. А вот тут как-то не видать миссионеров, с которыми могли бы в теологических спорах схлестнуться мои пророки. Апостолы, апостолы, не пророки, апостолы. Может купить здесь мастерскую? Вообще, где нам лучше всего фабрику ставить? Где самое большое соседство? Но вообще в Банзансунди, тем более, она как раз более всего центральная. Центральнее всего находится. Так что да, в Банзансунди надо будет. Слушайте, а может тут сразу купить фабрика 880? Давайте купим. Это ж три производства для всех вообще вокруг.
Потом угольную. Так, индустриализацию открыли. Плантация плюс пища. Ну, давайте, наверное, научную теорию. Что нам тут? Книгопечатание, два универа. Пока строится. Вообще, запретный город было бы круто построить. Но, может быть, его уже построили. За Вознесение. Так, кстати, а нам бы еще... А, мы еще не все артефакты собрали. Нет, пожалуй, не соглашусь. Но нам надо еще тематический бонус получить. Доминирующая религия в Америке – Му. Нет, там Петра оставалось хода 3 или 2. Блин. О, религиозная агрессия бесславно разваливается. Отлично, 200, но с 545 дипломатических очков. Так, при поражении, наверное, это нам ничего не надо. Ну, кстати, мы уже благодаря этому вышли в золотой век за 6 ходов до следующей эпохи. И, ну, дальше в урбанизацию. Потихонечку. Блин, 340 культуры. Давайте Виктора. Ну, Кванга, наверное. У нас вообще по городам, государствам. Куда-нибудь я еще хочу. Болонья. Ну, вообще, можно попробовать в Болонью еще Амани взять, чтобы в Болонью отправить. Так, тут собираем бананы, но оставляем тропики, чтобы сюда поставить... Не знаю, кстати, престиж уйдет? Нет, не ушел, остался потрясающе. Сюда мы поставим... Попробуем, а вдруг сработает, типа, потрясающий престиж. Алмазы горят, а вот еще уголь. Давайте, наверное, сюда. Так, вот давайте вот этот камень соберем. Он в четвертом радиусе, поэтому вообще не важно. Тоже можно на автомат поставить этого скаута уже. Так, ну что, я тут буду как лиса в курятнике с этими миссионерами. Конечно, умрет, конечно, мой апостол, но они так сейчас слабы против него, что просто любо-дорого. Так, у Вавилона, мне кажется, должно быть много миссионеров. А что я тут построил? Кто-нибудь в курсе? А, Петру я строил. Да, заменить нечем. Может, Килвуки Сивани попробовать? Он только на побережье. Только на побережье. Ладно, наверное, тогда... Видите, тут можно на плюс 2. А сюда вот никакой...
Не встанет случайно чудо. Колосс. У меня вообще нету гавани нигде. Конечно, стоило построить ради... Блин. Ай, на что производство? У нас останется производство от Петры, видите, не во что вложить пока. Я бы театральную построил. Мне жалко за 140, чтобы плюс 2 было. Я бы просто сюда вот к центру поставил. Просто. Всё. Продолжаем пока строителей. Так, археологический. Ничего не меняем. Блин, ну и фигли он там стоит. Конем своим вонючим. Порой досаждают всем вам, благодарю за вашу помощь. А что я сделал? Я вроде ничего с варварами не делал. Америка осудила Францию. Блин, надо уже следить за улетом. 110-й ход, тут даже на сетевой скорости 110-й ход еще рановато для улета. Ну, народ уже в новом времени. Но все равно еще это не космопорты, все-таки. Так, угольное покупаем. И строим банк. Так, у меня уже одна собранная, да? Тематического бонуса нету. Зингамбанди, древний мир, античность сандок, античность варвары. Мне нужен тогда античности. Нету ни у кого совершенно случайно античность. Не варвары и не Корея. Нету. Вот мне просто будет интересно. Сейчас то есть всем банзы, на самом деле, одинаково дают жилье, независимо от престижа. Могу ли я ускорить, соответственно, этот цивик, построив банзу на потрясающе престижном этом? Мне что-то кажется, что нет, но мы посмотрим. Так, блин, я забыл у грека, кстати, попросить на обмен пиона первого. Так, давай мы тебе однократно что-нибудь побольше дадим. Блин, ладно. Лень торговаться с ним, честно говоря. О, лошади уже никому не нужны. Окей, селитра. А, что там еще? Сахар. Так, пока все.
Попробуем в Кутаиси теперь этого шпиона прокачивать. Ну, просто некуда отправлять, там грек не дал. Блин, тут, конечно, нужны... Уже будет затапливать все. Черт. Может сразу начать с дам... Не, 47 ходов. Ну, я сюда отправлю рабочих с Банзы Конга. Ну, 47 ходов, это ж мрак. Ладно. О, книгопечатание должны вроде открыть быстро. Так, вообще, мне кажется, в амфитеатр можно купить писателя, хотя... Или может потратить... Я бы просто покупал уже труды, а не вот этих великих людей. Честно говоря. What I like about cities is that everything is king size. Пригороды притягивающие получают три пищи их производства. Так, ну давайте глянем, насколько это общественный транспорт. Всего 5 монет. В общем, там нету пригородов с престижем притягивающие, да? Не, ну это логично, потому что тут это они точно не... Блин, подожди, а где у меня тут пригород? Горит, что ли? Горит. Тут горит, а тут престиж средний, видите? Так, а что с Эрмитажем? Только рядом с рекой. А какой-то... Ну вообще, что не построить Эрмитаж? С другой стороны. Может вот этого чувака выкупить? За веру. Да, 920 жалко, но... Мне кажется, оно того стоит. Тем более, что у меня теократии, по-моему, дешевле. Этот инженер вообще говнище. Вот в связи с этим мы можем, в общем-то, Эрмитаж построить. Вот на этой клетке. Блин, мне наверное, предприятие надо было тут ставить, а не здесь. Чтобы вулкан не разрушал. Что это тут такое? Дворец Потала строится, понял. Продолжу пока строителей. Но там уже надо святилище делать. И храм тоже. Так,
Так, ну нам СМИ. Не, какой СМИ? Не, да, правильно, СМИ. Ради Христа искупителя. Блин, может на Христа искупителя оставить? Тогда этого инженера. Он там где строится? Только на холмах. Ну, просто на холме. Ну, вот где-нибудь здесь, например, вот сюда поставить, как соседство. Пять ходов. Тут Эрмитаж 13. Тут надо еще рабочих вот тут вырубать. Так что правильно я строю. Тут просто будем вырубать на Кабасу. На Эрмитаж. Япония, друзья с Вавилоном. Что-то у Франции не задалась партия, очевидно. А вот Корея в этот раз... Даже у Вавилона не задалась еще. Так, что-то там голосование, в котором я не участвую. Военный кризис против Греции. А что там грек? Это захватывает, что ли? Францию? Так, а вообще запретки я что-то не вижу. Уже тоже кто-то построил. Необходимо связаться с центром города. Ну, у меня есть места, но очевидно, что ее кто-то построил. Еще, кстати, уголь. Я был где-нибудь здесь строил Христа Искупителя, я думаю. Вот туда переброшу. Если бы тут был холм на две театралки, я бы построил. Тут просто еще место, может, для какого еще чуда сохраним. Подождите, а почему у нас тут... А, я вот туда отправил. Уже забыл, а что у нас там... Археолог тусует. Тусит. Так, что здесь? Антич... О, кажись, получается. Е-е-е. Видели? Все удвоилось благодаря тематическому бонусу. Просто все удвоилось. Поэтому мне тематический бонус очень важен. Так, и я могу вообще две книжки купить уже. Или одну надо было. Ну, просто тут в банк вообще любой шедевр можно поместить. Кстати, надо сюда ее пока помещать, потому что благодаря Пингали мы больше получаем туризма, науки и культуры. Сейчас остается пока археологический музей в Банза Конго не заполнен. Две реликвии и одна книжка. Причем у нас там... Апостолы всячески стараются
Может, в Вавилоне найдутся достойные теократические ребята. Кстати, а рурку я тут не могу построить еще. Нет. Ну, вообще, вот здесь рурка возможна вместо кургана Кахоки. На самом деле, возможно. Только там нужна фабрика, к сожалению, которую я тут не особо хочу строить. Да, нам еще вот тут понадобится фабрика и угольная. 4-5. О, до Санги добивает, отлично. А вот Дамбанзымбаты нет. Еще археолога купил. Не знаю, куда археологов отправлять. Не вижу больше мест археологических. Вот в чем прикол. If you see a castle under fog, you must walk there to... Вообще, наверное, надо в экономику выйти. Наверное, экономика мне важнее, чем канализация сначала. Так, тут покупаем археолога. Так, этот рабочий отправляется в Кабасу. Тут вырубать все. Подожди, почему тут 8 стало? Черт, вместе с лесами и жители сгорели, что ли? Было ж там до 10 немножко не хватало, черт. Ну это плохо. Или, подождите, рабочего давайте. Но нам нужен рабочий, чтобы вырубить лес вот тут на... Мастерскую можно купить, кстати, 520. Потом фабрику тут будем строить. Чтобы вырубить лес на Христа Искупителя. Слушайте, а мы дотягиваемся до этого вина, до третьего. Кайф. Или оставить тут ресурсы. Надо на чем-то расти. Ладно, вот эти двое джунглей. Вот эти два оставлю, а вот этот я буду вырубать. Ну, кто ты своих миссионеров делал? Тамара. Тома, Тома, выходи из дома миссионерами. Блин, вот тут священное место надо будет где-то на реке и лес вырубать. А давайте кампус вот сюда. Это культура культурой, но по науке нам тоже нельзя отставать, а хотя бы для того, чтобы ядерки кидать в улетающих, например.
Ну что там, хоть туризм хоть немножко накапливается, нет? О, у Перикла пошло. Да, у Перикла, у Канады и у меня. Окей. 151. Там у Перикла, конечно, культуры будет... немерено. Так, удваивает очки великих... Ну, давайте музыкантов, может, попробуем. И 100% к производству зданий. Слушайте, а мне далеко до вообще этих... До музыки. Где он тут? Радио, да, центр вещания. Где ж удваивать тогда нам? Может, в священном месте поставить или в театр? Ладно, в театральный. Блин, вот точно я уверен, что музыканта... Хватит. Там, если уж компьютер во что-то вложится, то мне никаких моих голосов не хватит. Так, не начисляются торговца. Ну, кстати, не очень. Возможно, мне стоило удвоить торговца. А чё так много в торговце? Нет, даже нет, тут без шансов эти 20, 17. Еще 29, итого, господи, еще 12, 42 голоса против торговца, без шансов для меня было. И плюс 100% театральная площадь. Подождите, плюс 100%, то есть быстрее будет строиться, правильно я понимаю? Ну, по идее, да? Все, мы теперь мы точно можем корпорацию. Ну, кстати, вот жалко, что торговцы не начисляются. Я бы корпорацию сделал. И купить я не могу, да? Или могу? Вау. Так это здорово. Так я могу корпорацию на Вене. Но мне только осталось экономику открыть. Блин, я так никакую реликвию не получу. Хоть ты отправляй его тоже туда, вот в Вавилон наверх. Так, вижу вот здесь какие-то возможности раскопок. А, тут не спуститься. Так, а Бродвей как там строится? На ровном участке рядом с театральной площадью. Вот у нас место для Бродвея, кстати, будет. Собственно, кстати, мы с него и начнем вырубку. Здесь. Так.
скорпиона давайте сделаем. Но я думаю, уже все эти чудеса в следующей серии. О, отлично, там Вавилон меня сам атакует, здорово. Реликвию, значит, получим. Ну, уже так неплохо, да? Красиво выглядят. Шедевры за Конга. Благодаря Аншану, да, дружбу. Так, кстати, надо этот союз еще заключить со Швецией культурной. Я забыл. И, в принципе, продолжение уже будет тогда завтра. А спонсоры канала могут... Катастрофическое? Нет, не у меня. А спонсоры канала... В промышленную эру еще вышли, но уже что будем принимать и прочее-прочее в следующей серии. Спонсоры канала могут ее прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Не во вкладке сообщества. В плейлисте, ссылка на который в прикрепленном комментарии и в описании. Для всех остальных серия выйдет завтра. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Не забудьте прокомментировать и лайкосик поставить. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.